Слава Богу! Добрый вечер! Добрый вечер! Все рады видеть вас! Здорово, что вы подключились! Великолепно! Давайте помолимся! Господи, благодарны Тебе за действительно этот вечер в присутствии Твоем, Господь Иисус, где мы рады прийти к Тебе, Господь, прибежать к Тебе, Иисус, чтобы быть покрыты Тобою, Господи. Слава Тебе, Христос! Благослови эту небольшую мысль, Господи, в качестве вступления, и подготовь нас к основному слову. Во имя Твое молимся и просим. Аминь. Аминь. Давайте откроем Ефесянам 4 главу, 16 стих. Я немного хотел поделиться мыслями с вами об этом стихе. Слава тебе, Господи. Итак, Ефесянам 4 глава, 16 стих. «Из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру, каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». Итак, немного размышляя над этим стихом, можно увидеть здесь разные картины. Да? Мы видим, как слово «тело» упоминается в Писании, как в значении его тела, тела Иисуса Христа, которое было ломимо за нас. И также в данном случае это тело, тело Христово, которое говорит нам о картине членов тела, то есть даров, например, поместного собрания, или же есть еще Вселенской Церкви, из которого все тело составляемое и совокупляемое. Интересно. Благодаря его телу, которое было ломимо за нас, теперь это тело, которое из членов Божьих, из сынов и дочерей Божьих, которые были рождены свыше, они могут теперь удивительным образом соединены. А раньше мы представляли природу противления и никак не могли найти единство с Богом. В первую очередь, да. И это, можем сказать, не мы нашли его, а, безусловно, он нашел нас, как, например, утром сегодня также говорилось, Бог нашел нас своей любви, которую выразил через Иисуса Христа, выразил через тело, которое было ломимо на кресте Голгофе, да. И таким образом он нас нашел, чтобы примирить нас своими мыслями, даровать нам свои мысли, чтобы мы могли быть управляемыми им и стать одним телом по его плану, например, поместного собрания тела Иисуса Христа. И теперь мы принимаем эту благодать, что мы составляемы. Допустим, удивительное это слово. Одну секунду. Составляемое. Значение этого слова правильно соединены вместе. И здесь можно сказать, нет никаких случайностей. Да? Абсолютно. Нет никаких излишеств и изъянов. И в контексте послания Бога, его завершенной работы и послания любви, мы можем сказать, все излишества и изъяны были удалены омовением крови Иисуса Христа. Теперь мы с вами совершенным образом, правильным образом соединены. Во-первых, позиционно соединены с Господом Иисусом Христом и соединены совершенным образом в теле Иисуса Христа, как члены собрания Христова. И
В нас есть Христос, в нас есть Дух Святой. И мы видим эту благодать славы Иисуса Христа, где мы совершенным образом соединены, где уже не видны ни излишества, ни изъяны, ни недостатки, а виден Иисус Христос, как здорово. Совокупляемый – это слово означает вязать вместе. Мы не только соединены вместе, но также и, можно сказать, завязаны друг с другом нитями любви Христа, которые не в силах никто разорвать. Интересно, я подумал о такой картине, когда вы вяжете, ну, когда человек вяжет что-нибудь, например, шапку, да? Узел, он схож с другим узлом по картинке, не правда ли? И когда видишь только часть, допустим, материи, то не знаешь, что это, да? Но когда получается полная картина, когда картина готова, видишь одну картину. Так и мы с вами, да? Мы словно один узел, каждый из нас представляет этот узел, и когда мы вне, когда мы только один лишь свой узел, мы не можем, мы похожи, но там нету общей картины, да? Но когда, допустим, вязаная шапка, да, то представляется уже вся картина. Допустим, связали шапку, и теперь уже понятно, что это шапка. Так и мы с вами, как здорово, я подумал о такой картине, что мы как узлы все похожи, как, допустим, в любом изделии. И когда, допустим, материя готова или вещь готова, то видна определенная вещь. И так и через нас виден Иисус Христос. Да? Мы можем индивидуально представлять Иисуса Христа, а можем принимать благодать от Иисуса Христа, представлять в поместном собрании Иисуса Христа. Да? Не знаю, я думаю, не то что думаю, но это хорошая картина, не правда ли? Да? Узел по отдельности, в нем ничего не видно, он схож с другим. А когда есть завершенная картина какого-то материи, это Иисус Христос, так и мы с вами. Мы так скреплены таким образом, что свидетельствуем об Иисусе Христе. И завязаны мы нитями Иисуса Христа. Почему? Потому что в каждом из вас есть Дух Святой, потому что вы были рождены от Духа Святого и спасены. И таким образом по благодати стали члены тела Христова. Вот эту мысль я хотел здесь упомянуть. Посредством всякого взаимно скрепляющим связи. Связи неразрывные, как на небесах, так и на земле. Почему? Потому что мы были рождены от Духа Святого, в нас есть Дух Святой, и когда мы вместе, мы тоже соединяемся Духом Святым. Это является неразрывно. Это, ну, никак не похоже на самые крепкие нити этого мира, да, которые, в конце концов, обязательно разорвутся, да, если там нет Иисуса Христа. Представьте, что человек здесь может строить и говорить, и не то что агитировать, извините, но представлять, да, что-то, например, свое, что-то сильное, могущественное, что он думает, что это является неразрывным и нерушимым. Да? Но если там нет Иисуса Христа, то это все равно придет к своему завершению. А вот нити Иисуса Христа, они навеки. При действии в свою меру каждого члена. Каждого члена. Интересно. Можно подумать о следующем, что каждый член, он является очень важным,
Да, я размышляю над этим стихом, с каждого угла я думал о том, что вот этот узел, эта нить, эта связь, и видимым образом этот узел может быть не всегда видимым образом быть в собрании, но он там, да, он на небесах уже, и он также и в собрании, хотя он может там не быть видимым образом, но Бог служит ему. Он служит ему Духом Святым, да? Свидетельствует о нем. И он все равно является драгоценной частью этой нити. Потому что, когда он исполнен Духом Святым, то он все равно, что этот удивительный узел, который ничем не отличается от других узлов, от других членов тело Христова, которое также представляет Иисуса Христа, слава Богу. И получает превращение для созидания самого себя в церкви. И здесь я подумал о том, что превращение как духовное, так и количественное. Да, мы здесь с вами возрастаем, во-первых, если взять поместное собрание, то он обязательно возрастает духовно. Да? И интересно, как Бог находит также и своих людей, и Он знает своих людей, и также приводит и количественно людей. Аминь. Благослови вас Господь.